Все мальчики, мужчины. Прибежала только, сейчас покажу, что взяла. В магазин выбегала. Погода такая вообще. Не, мне нравится. Просто что не поймешь, дождь будет, дождь не будет. Супер такая погодка. Так. То, что надо было для... У меня сейчас тапочки, тряпочки, полотенца, которым собак я многие вытираю, когда приходим в гульки. Я их мою, может, лапки. Так, дальше. Шанечка, я пошла специально, посмотрела в Ютубе там видео. А что мне тебе делать? Стерилизировать. Чеснок. Пища богов закончилась. Маш, вот не надо, ты постоянно, ты везде. Кстати, бутылка из-под вина осталась. Я хочу ее помыть. И все-то можно масло оливковое. Если на пикник едете, ну это старость. Пища богов. Яйца. Пища богов. Огурчики. Огурцы в Италии не фонтан, но огурчики. Помидоры. А, еще даже был один огурец. Помидоры я не брала, потому что Саши нет. Ну, она работает, она, думаю, не это. Я помидоры сильно так не это. Тоже пусть. Так, дальше. Что-то так захотелось, вот такой вот печенки, прям вообще. Я поставлю сейчас водичку, девочки. Настроение хорошее, просто как вы меня научили, мыло уксусом чайник. Какой красивый чайник. Настроение хорошее, хорошее. Цветы такая хорошо у меня. Хотела купить им удобрение, но не нашла в этом магазине. Цветочки эти, горянь меня, гортань моя. Так. Пеленки собакам. Хотя я всегда, мне надо зайти, будет идти в собачий магазин туда. И я всегда у них беру пеленки. Мне домой привозят прям большой пакет, чтобы потом не бегать. Саша говорит, мама, невыгодно. Я говорю, почему невыгодно? Я говорю, посчитай. Мартаделла с фисташками. Беру только такое. Это я прям вот сейчас, на сейчас покушать. Я сейчас хочу перекусить. И мне по делам надо будет идти. Вот эту вот вермишельку я сейчас себе сделаю. Мне хорошо от нее, там ничего не закупоривается. Лапша. Лапша, как я вам и говорю, для моих зубов только лапша такая. Я ее обожаю, она яичная. И вкусная, с маслом. Девчули. Собакам брала консервы. Вот. А, взяла такие вот шоколадки, масло. Сегодня, кстати, Саша после работы приедет, если шоколадки останутся. Вот. Для мытьев окон вот этой вот фирмы, она под вообще там, хотя если по рублю, там это Made in Italia, запах просто обалденный. Мне еще классно тем, что я на двери спрыскиваю по низу дверей. Со скидкой сегодня было пятновыводитель, там на трусики, на рукавчики вот сюда. Мне надолго, в принципе, должно, по идее, хватать, потому что нет грудничков. А, конечно, если детки маленькие, это прям спасение для стирки. Для мытья полов сегодня взяла вот такое вот фиолетовое, синее. Тоже хорошо подружи. Какая-то марка. И мне, кстати, девочка потом написала, фотки выслала. Говорит, Марина, я после вас купила, говорит, вот это. Говорит, я тоже теперь не хочу больше ничего другого покупать. Приятно пахнет. Думаю я о документах. Приятно пахнет. И для полов можно использовать. И для мытья поверхности разводить. Прям. Я вот в разделе химии я могу стоять долго. И деньги, как я буду в магазине. И деньги я тоже могу тратить на это много. Я взяла к вермишельке сосисочки. Я вот такие сардельки беру. Боже, когда я уже Саша эти штаны зашью. Сегодня точно Марина зашью. Все, я брала вот такие вот штуки, они тоже как и для полов, и также в машинку добавлять для запаха, для белья. Я в основном вот этим вот я спрыскиваю низ дверей, потому что если вдруг Дэн поднимает ногу, я ж не знаю, он ее поднимает или нет, у него же половой член у него маленький, вот, и он поднимает не на высокую высоту. Но я не думаю, что он поднимает. Но если поднимает, я все равно эту сумочку так опишу. Я все равно спрыскиваю по низу двери. По низу двери спрыскиваю. И хорошо пахнет. У меня запах стоит. До сих пор запах стоит в моей комнате. И только стоит при входе в комнату. Вот как в комнату входишь. И вот со стороны, вот где дверь и где тумбочка.
вот этот запах стоит только там. Больше ничего там не воняет, ничего там не обоссано, там стоит именно запах вот этого угла. И Карло мне говорит: Марина, это запах кошачий, это запах не собачий. Я сегодня, когда убирала, кровать свою подняла, двери же были закрыты, и Саша оставляла мне собак. Они были у Эммы, эти собаки, они сами предложили, я не просила собаку. Ну вот, потому что сначала Саша все устраивала, а теперь, типа, ей некогда. Ну, это так, я к слову сказала, сейчас хейтеры набегут. Ладно. И он потом собак привез и оставил, не оставил мне пеленки. Я же сказала: Саша, включи им телевизор, и чтобы был телевизор там на пару часов до моего приезда там оставалось. Он их утром просто завозил. Говорю: включи там телевизор, там это. И он пеленки, ну, забыл, и там, что он будет думать, что ему надо 300 лет. Забыл там за пеленки, за все. И они мне нассали под дверь. Не они, я думаю, мы, наверное, это он. Нассали под дверь. Я так понимаю, пол там неровный. Потому что опять я сегодня подняла кровать, и там вижу этот, или кровать плачет, я не знаю. Так, мартаделочку, ручки я помыла, пришла. Давайте поставим. Ищу богов варить. Вот, поэтому Карло говорит: Марина, это кошки. Я сегодня совок поставила. Машка. Это только она, другая эта, Мурка никогда не ходила. Машка. Ага, яйца. Это самое. Я совок поставила, подметала. Она пошла в совок, нассала. Ну, я совок помыла, понятное дело, что я раз в неделю в машинку вместе с тряпочками, там, с кроссовками кидаю еще сам веник, которым я подметаю. А сегодня утром смотрю, она мне пошла в раковину. В раковине наложила. Песок чистый, я песок поменяла, песок чистейший. Пошла мне в раковину наложила. Это только она. Ну, а что, как она может, как они могут нагадить в угол с орешками хлеб? С орешками. Как она может нагадить? Филипп у меня не спрыскивал, никогда не замечал. Как она может, что, на ногу поднимает? Или как, на пол она? Нет, там именно угол. Вот заходишь, и именно этот угол. Чем я только, не кровати, а вот именно вот проем, промежность. Вот именно промежность, и вот ты вошел, и все, и запах. Не сильно, но он есть. Но я не могу понять, я уже чем только не заливала. Вы себе не можете представить, чем я только не мыла. Я одна из тех, что если я возьмусь, и я знаю, что мне надо отмыть, то мне надо отмыть. Сходил в магазин, 50 евро, нифига не взял. 50 евро заплатил. А, вы просите, это вы хотите? Гостинчик от мамы. Дэн? Денис? Ну, Дэн, пока ты в большой семье, еблом не щелкай. Так, огурчик. Мне просто нужно перекусить быстренько и... Я пойду схожу, мне надо фотокопии сделать. Наверное, туда сегодня я уже не пойду, да, этот. Мне надо было еще сходить же в магазин кошачий, заказать еду кошакам. Не знаю, когда я этим буду заниматься, если дождь пошел, пойдет. Я хотела с ними пройтись, я думала с ними пройтись. Ей тяжеловато ходить на такие расстояния. То есть она сначала с энтузиазмом идет, а потом такая... Огурчик срезаю. А потом такая устает, и она так носом меня в ногу, что типа, все, давай, на руки бери. Я ее там буквально 5 минут пронесу, опущу, она опять такая вся. Я хотела с ними сходить, думаю, как раз прогуляются, ему нравится, он любит ходить на большие расстояния, он идет, молодец такой прям. Да, Шанюля? Что мне делать? Их стерилизовать ее? Блин, жалко. Жалко. Так, этот... А нет, тут у меня еще, видите, старенький остался. Так, мне приятного аппетита. Мне приятного аппетита. Будем кушать.
Так, девочки, закрываем. Ставлю, видите, я сегодня помыла сегодня здесь, подметала. Погодка, давай уже от дождика, там где-то заливает осталось. Так, мои туфли. Мы сегодня ходили, смотрите, за окном у меня как расцвел. Ой, как много, как это надо так сделать. Как расцвел вот эти вот листья. Все-таки это листья лилии. Это листья лилии, но он, как в том году, он у меня был, где я наварила сушняк конкретный после еды. Как всегда, здесь вообще-то мусорка стоит, но я ее сюда поставила. Смотрите, у меня в том году точно так же. Только не, намножко меньше дало листьев, и все, мне ничего не взошло. И здесь я смотрю, ни одного стебелька на взрост нету. От слова совсем. Это я просто разворачивала, у меня там кошка сидела. Вообще просто вот листья, калы, белые, не знаю. Ну, это точно лист как на калы. Но в том году так выросли, и все, и пропали. И здесь уже цветочки, которые посадила, отцвели. Ну, они же покупали с цветком. Блин, что я мелю? Они покупали цветущие. Они покупали цветущие, садила, поэтому они вот такие. Вообще я люблю, когда здесь чистота, вот тут вот у них, где листиков нет. Уже подцветали. Не знаю, будут они сейчас у меня цвести, или они вот это вот сейчас, типа, когда их пересадили цветящими, они, наверное, должны, по идее, как я поняла, переболеть. Мне хотелось сегодня купить подкормку, но не было. Вот так постоят, на следующей неделе разверну в другую сторону. Разверну ящик. А это прям, не знаю, просто уже второй или третий год они мне просто пускают вот так вот листья пустые, и все, нифига не растет. Покупала я уже этот, это не я садила, я купила уже этот горшок. И что-то как-то, и все. Так, Маша. Все.